Всем здрасте, это я Морфей, и сейчас я хотел показать вам игру Clash of Clans. Ну, тоже одна из игр, в которой я играл. Ну и я в ней довольно плохо развит. Ну, я в нее просто играю так пассивно, потому что понимаю, то, что эта игра, ну, просто надо просто ждать, да. Ну, вот, допустим, кустик надо подождать. Ну, сейчас гриб ждать не буду. И приду к улучшению. Допустим, военного лагеря. Ну, вот он, дом строителя. Сейчас покажу. Ну, здесь я довольно частенько играю. Не знаю, хорошо ли я там или нет, но как есть. Вот пытаюсь все максить. Ну, и... Ну, да, примерно как-то так. Вот как я улучшаю своих бойцов. Ну и столько мне осталось улучшить. Прям как-то так. Вот здесь же, сколько бойцов мне улучшено. Вот, все пытаюсь максить. Ну, ладно. Вот пятая ратуша. Ну, ладно. Ну, ладно, я чем я снялся. Ну, давай покажу я вам, как я борюсь. Сейчас я не очень стараюсь, потому что, в принципе, мне сейчас главное просто окупаться от всей суммы затратом. Потому что у меня и так ресурсов по горлу. Ну, 33-34 тысячи золота и эликсиром. Ну, ладно, здесь я буду просто бороться. Поэтому, да. Согласен, здесь я очень плохо отыграл. И да, здесь я уже немножко так потерял. Ну, ладно, я сейчас просто хотел так сразиться. Ну, и, наверное, уже все. Сейчас мы уже увидим таблицу, да? Вот поражение. Ну, что ж. Вот вторые мои войска. Ну и да, мне приходится брать чуть меньше, поскольку у меня сейчас на улучшение лаги идет. А, или это не за это зависит? Нет, видимо, не за это. Я думал, что из-за этого. Ну, без разницы. Ладно. Продолжаем бороться с противником. Нет, не очень. Не очень. О, Нормас. Очень хороший противник. Ну, здесь я офигеваю за кадром, потому что на моем уровне довольно редко попадаются такие. Ну и да. Я нападу с этих трех башен, с двух башен лучников и одной магом. Ну, если честно, я опять же довольно давно не играл, поэтому довольно плохо я эту катку тоже отыграл. Ну, в отличие от предыдущей, здесь я хотя бы окупился.
такую радиацию 21 тысячу эликсира. Поэтому, да, поэтому первая катка и была провальной. Ну, это, наверное, все, что я вам хотел показать за сегодня. Ну и пока, наверное, пока.